денег. Сколько? 300-500 гривен. 50 тысяч. Мне в салон нужно. Ты в какой салон собралась? В автосалон? Мы что, машину покупаем новую? Нет, в салон красоты. Я хочу стать красивее. Еще красивее, Яна. В тебе красоты уже вложено на Гелендваген. Ну, Егорчик, ну просто я хочу как-то поменяться. Поменяться? Вообще не вопрос. Смотри, 12 гривен. Кардинальное изменение. Можешь один день вот так носить, второй день вот так вот. Разные цвета, разное настроение. Ты всегда классная. Ну? Ну, Егор, ну я серьезно. Серьезно? Окей. Google. Паранжа, купить Киев. Смотри, какая ты будешь красивая, а? Егор, я уродина! Ну, уродина. Ну, не на 50 же тысяч, ё-моё. Я все понимаю, конечно, но на 50 тысяч просто много чего полезного можно купить. Можно, например, над Киевом полетать на вертолете 4 раза. Можно в казино сходить, ну, правда, 1 раз. Можно по Киевскому парку без маски прогуляться 3 раза. Ладно, ладно, рассказывай, что ты там уже хочешь. Вот я небольшой списочек составила. Значит так, я хочу сделать себе губы. А эти что, уже все, потрескались? Выбрасываем? Нет, ну у меня просто нет губ. Нет губ? А вот это вот, что такое? Что это такое? Нет, ну это обычные губы. А я хочу губы, как у Ленки. У Ленки губы, как у перепуганного лося. Ну правильно. Потому что она дурочка. Да? Я же хочу пойти в дорогой салон, уколоть гиалуроновой кислотой. А Ленка, жабиха, пошла в обычный салон и уколола там коллаген. А он расплылся по всем губам, и все, она уже месяц разговаривать не может. Слушай, давай тебе коллаген уколем, а? Классная штука, ну. Главное что? Главное со мной на охоту тебе не ходить, потому что, ну, и у Петровича сейчас со зрением не очень. Он если увидит губы перепуганного лося, он шмальнет. Нет, ну слушай, ну гиалуроновая кислота намного лучше. И тем более через 2 недельки мы сможем с тобой целоваться. Ты что, я не смогу вытерпеть 2 недели. Давай я лучше тебе пчелку посажу на губу. А лучше целую семью пчелиную. Они тебя покусают, ты придешь к подружкам и скажешь: «Я красивая!» Нет, ну слушай, ну пчелами я не хочу. Ну тем более это больно. А вот гиалуроновую кислоту можно, ее хватит на 2 месяца. А потом что? Все, отпадут? Нет, ну потом повторная процедура. А повторная сколько стоит? Столько же. Янка, у меня только твой бампер обойдется дороже, чем вся морда на мой X5. Ты знаешь вообще, как мы с Петровичем на этих губатых говорим? Губы есть, ума не надо. Кстати, об этом. Я хочу выщипать брови. А что с бровями не так? Я не понял. Ты что, проспорила? Нет. Ты хочешь прийти и сказать: «А, у нас тут радиация!» Нет, Егорушка, они просто слишком густые. Да? Угу. А, да, точно, вон под осиновики, под березовики. О, ёжик яблочко понёс! Ну я серьезно, просто, ну блин, ну с такими бровями это не модно ходить, понимаешь? Яна, ну ты представляешь себя без бровей вообще? Так я не буду без бровей, я их нарисую. То есть эти ты уберешь, а новые нарисуешь? Яна, если тебя потянуло на изобразительное искусство, давай я тебе подарю разукрашку, краски. Ты будешь себе рисовать брови, усики, пресс. Можешь хоть дорожку к теще нарисовать, пожалуйста. Блин, ну, Егор, ну я не просто нарисую, я сделаю татуаж, чтобы он подчеркнул мои красивые глаза, чтобы все говорили, как муж меня любит.
Давай я тебе фингал поставлю. Люди посмотрят и скажут: смотрите, как муж ее любит. Бьет, значит, любит. Кстати, по поводу глаз. Я хочу себе линзы цветные, красные. Господи. Яна, а давай мы тебе просто глаза вытащим, а там новые нарисуем. Эй, я вообще пошутил, алло. Слушай, но красные глаза, это же так сексуально. Яна, если я в потемках увижу тебя с красными глазами, еще и без ровей, я обосрусь. У меня просто может выработаться рефлекс, как у собаки Павловой. Я буду тебя вот так вот видеть, все, бомболюк будет открываться, и капец, какой секс, ты что? Ну можно я хотя бы реснички удлиню? Вот это я вот вообще не понимаю, господи. Блин, ну Егор, ну пойми, ну сейчас очень модно удлиненные реснички. Ну у тебя нормальные среднестатистические ресницы. А я хочу, чтобы все смотрели на меня и говорили: о боже, какие у нее удлиненные реснички. И шо? Егор, ты не понимаешь. Я так сразу и сказал. Ну хорошо, можно я хотя бы родинку удалю? Где? Где родинка, которая тебе мешает? На копчике, ее так не видно. Ах, на копчике. Так может, если ее не видно, может ее оставить в покое? Пускай она живет своей родинковой жизнью. Она же на выборы не ходит, мусор за ней не надо выбрасывать. Нет, ну смотри, ну просто когда я фотографирую попу, я вот вижу эту родинку, и она меня смущает. А зачем ты фотографируешь попу? Я не понимаю, ты что, решила на визу документы отдать, что ли? Или ты решила наконец-то зарегистрироваться в приложении Дия? Нет, ну я просто фотографирую попу, чтобы посмотреть, она у меня поправилась или похудела, а эта родинка меня бесит. А меня бесит то, что ты попу фотографируешь, Яна. Ну можно я хотя бы сделаю программу лечения волос? А что случилось? Они заболели, да? Они кашляют? Или у них сопельки? Что? Ну, хотя бы просто выровнять волосы. Ты же завивку позавчера сделала. Егор, новые губы, новая прическа. Слушай, давай тебе закажем пересадку головы, и все проблемы решатся. Я опять пошутил, ты чего? Можно я хотя бы вакуумную чистку лица сделаю? А это еще что такое? Ну это такая классная штучка, ты знаешь, это такой аппаратик, его вот так вводят по лицу, и он высасывает грязь из пор. Вон, пылесос новый купил. 2000 ватт. Бери, высасывай, что хочешь. Заодно губы и увеличишь. Сам себе что-то увеличь. Он не увеличивает, я пробовал. Жаль. Ладно, ладно, давай посмотрим, что там у тебя еще. Змеиный массаж. Что, твоя мама возвращается из Трусковца? Нет, ну это реальные змейки, такие маленькие. Их на спинку кладут, и они так делают массажик. Так назвали это «Встреча твоих подружек», и все. Так, антицеллюлитный массаж ягодиц за 1000 гривен. Да, да. Зачем тебе за 1000 гривен, если у тебя ягодиц на сотку? Блин, ну я просто не хочу, чтобы у меня был целлюлит. И еще хочу сделать омоложение кожи. Яна, давай тебе закажем перетяжку кожи. Смотри. За 2000 диван сделали, стоит как новенький. Мне иногда кажется, что он улыбается. Что такое фишпилинг? Это фишмаком возюкают по морде, что ли? Что это? Нет, ну это просто вот в аквариум лицо окунаешь, и маленькие рыбки тебе обгладывают твою кожу. Давай я тебя возьму с собой на рыбалку. Ты опустишь голову в речку, а раки тебя заодно и подстригут. Ну? Ну можно хотя бы я пирсинг на сосочки сделаю? Что? Это еще тебе зачем? Ну, короче, я читала в интернете, что это сейчас очень модно. Такой вот делаешь здесь крючочек и вешаешь разные брелки. Я? А? Да? Ты такая у меня классная.
С тобой можно сходить на рыбалку, даже не выходя из дома. Это как? Берешь твою селфи-палку, вот так вот, на нее крючок с сосочка, потом, оп, закинул, вытаскиваешь, а у тебя же губы, как у перепуганного леща. Поймал леща, поцеловал, отпустил, поймал, поцеловал, отпустил. Класс! Привет, соседи! Здорово. Здорово, Егорчик. Ян, слушай, я тут хочу омолодиться. Дай 2 яйца. Я надеюсь, куриных? Господи, Егор, ну, конечно же, куриные. А тебе для чего? Ну, хочу масочку сделать. Я с глиной размешаю, на лицо положу. Оно, конечно, повоняет немножечко, но через 3 часа я прям принцесса. Янка, смотри, какая у тебя классная подруга. 5 гривен, и ты принцесса. Вика, оставайся у нас жить. Янка, собирай вещи. Да шучу я, господи! Люблю ж тебя, люблю!